Скажите, вы покупательница этого магазина? Да. А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, скажите, вы давно здесь покупаете все? Вот часто приходите сюда? В принципе, да. Ну, не было у вас проблем после, вот видите, как сейчас все сложилось? Александр нашел просрочку. Нет, не было. Я как бы купала все, что было нормально. Но я такие вот курица, то, что гриль, я здесь не брала. Возможно, здесь что-то есть. Из готовой продукции мы здесь ничего не покупаем. Только, может быть, колбасу. Но я не посмотрела на срок годности. После слов Александра будете еще сюда ходить? Приду и посмотрю, будут ли изменения. Вот только ради этого. Может быть, теперь все будет свежее. Спасибо.